Всем привет, с вами Макс Гюнтер. Мы продолжаем играть в игру I Can't Escape Darkness. Не играли. Не играл я в нее где-то денек. Вот. И решил немножко передохнуть, потому что и так много всяких будет видео. Вот. И, в общем-то, давайте с вами пройдем на второй этаж. Точнее, на третий ярус. Да, что я говорю, какой второй? Третий же у нас. Только что ты... А, вот все. Да, на третий ярус пройдем. И там, помните, есть такой туннель, который нужно очень быстро проскочить, да? Вот. В предыдущий раз у нас не получилось, нас раздавили, но я думаю, сейчас должно все получиться. Давайте тут, наверное, сохранимся. Опс, не то. А я, можно, интересно, на первый перейти, вы хотите? Да, отлично. Тут, то есть тут нет ограниченного количества сохранений, ограниченного количества раз на сохранении, точнее, вот. Ну, без сохранений играть, конечно, сложновато, с сохранениями не очень. Ну что, давайте попробуем. Прежде у нас 3 попытки. Давай. Ой, черт. Не нужно было. Так, еще одна. Игра, конечно, хоть и обладает такими мистическими моментами. Вот. Ну, по сути, тут бояться на самом деле не особо есть чего. То есть, в классическом понимании хоррора игра все-таки не затягивает до хоррора, но тут есть места, которые заставляют, ну, если не вздрогнуть, то хотя бы насторожиться. Блин, да какого хрена? Нужно было. Так, давайте запомним. От дырки следующее это. Ячейка. Блин, надеюсь, я не израсходую все попытки за 5-10 минут. Давай. Хорош тупить. Ну вот я более чем уверен, что отличным хоррором будет... Блин, забыл, как она называется. Черт, ну ладно. Да, по-моему, Кона. Я скидывал трейлер и на самом деле очень слежу за этой игрой. Так и что? На себе. Слежу очень за этой игрой и думаю, что она будет просто шикарно. О, фак. Блин, то есть тут на самом деле еще фиг пройдешь, так ты. Ладно, давайте, наверное, выйдем за лимит 3 попыток, потому что, ну, сложно, такое достаточно тяжелое место. И за 3 попытки не получается вообще пройти. Вот, значит, игра Кона. Я, если честно, не знаю там про кого игра, собственно, но там какой-то главный герой, значит, мужчина. Едет в какие-то холодные края, значит, там есть транспорт, вот, плюс там есть помимо машины снегоход, можно также фотографировать, вот, и он то ли охотник за паранормальным, то ли он просто детектив, вот, и игра представляет собой хоррор, survival horror, вот, там есть всякие враги, типа волков, есть какие-то даже враги, типа, по-моему, снежных людей, что-то такое. Ну, в общем, очень классно сделано. Плюс есть, как бы, оружие. Вот я увидел пока что винтовку. Не знаю, будет ли еще. Ну, ладно, это уже небольшой такой автопчик. Давайте продолжим. Так, вот так, да? А потом-то куда идти? Я же не знаю, я... Сюда?
Блин, это все, это тупик, да? Все, это тупик, кажется. Нет. Блин, черт. Ну, мне что-то такое. Что-то мне подсказывает, что иначе мы не выберемся просто. Сейчас давайте попробуем пройти. И пока будет вертеться механизм. Ну, пока будет механизм работать, посмотреть на карту. Может быть, там показано прям путь, который. Вообще, первые ориентиры — это вот эти вот дырки в стенах. Так, тут тупик, да, точно надо обратно идти. Зачем? И на самом деле что-то я начинаю сомневаться, что там что-то есть, поэтому давайте-ка попробуем пройти дальше. Будем считать, что у нас одна попытка уже израсходовалась, вот. Еще две. Так, третий ярус, да? У нас, в принципе, тут еще вон есть... туннель вон там вот, смотрите, хорошо тут освещено все. Так, а это что такое? Зажимается, окей. Вот тут у нас что-то есть, да? Какой-то рычажок. Так, это, конечно, все хорошо, но что-то мне подсказывает, что там у нас... Ну, я так и думал. Goddammit. Ух! Пошел на фиг. Такс. Тут у нас есть, тут у нас тоже есть что обследовать. Так, я бы на самом деле грибок бы сожрал. Смотрите, еще один проходит тайне. Так, я помню, нас, по-моему, тут пришили, да, как-то? Все.
дрись не отсюда, товарищ. Э, какого хрена? По идее, факелы не должны гаснуть, да? Вроде еще все осветим тут. Так. Так гораздо лучше. Так, что у нас тут? Они что, все такие? В общем, зеленоглазый это вот дух, он обитает, похоже, только в темноте. И если освещения достаточно, то у нас микробы получается так. Ладно, пойдемте до поворота. Ой. Так, этот это хороший дух. Так, тихо. А что это? Ой, господи. Давай, зажигай. Ну чё ты? Он не захотел зажечь. Так, и вот похоже, тут похоже какой-то сломанный светильник или что-то такое. Что тут написано? Так, все понятно. Возможно, тот дух может ломать светильники, это бы не круто. Так, и собственно. Собственно, тут все обследовано, тогда что нам остается? Все-таки мне кажется, нам что-то нужно сделать наверх, над этим, в этом, в общем, лабиринте. А что именно, я не знаю. Такая вот загвоздка у нас получается. Хотя, в принципе, мы нижний ярус тоже, ну, пятый, не особо как-то исследовали, но тем не менее, давайте попробуем опять пройти лабиринт. Так, что проходим-то, не? А, слушайте, тут еще что-то есть, смотрите-ка. Да. Ой-ой. Ой, это параша, да? Ну иди сюда. Он только по прямой ходит. Спасибо. Ну, тут тупик. Замечательно вообще. Блин, зачем я сюда пошел? Нужно уже обратно идти. Ой. Пошел нафиг. Так. Все, уходим опять. В общем, как-то нужен нам этот... Тут ничего нет, кстати.
Нет, просто обломок. Ой. Ну чё ты, блин, это... Разбушевался-то, ё-моё. То не было, не было, то на тебе. 500 раз. Все пошли опять вот. Есть одна, кстати... Фак, еще одну. Есть одна версия. Фак, нет, я же не это хотел. Че? Блин. Так, ладно, последняя попытка, и давайте все-таки попробуем дойти. Пройти лабиринт. У меня есть одна идея. Мне кажется, нужно попробовать сожрать гриб. И, возможно, он нам покажет, куда нужно идти. Но не знаю, как получится или нет. Будем пробовать. Блин, да что ж такое? Вот. Не, вы знаете, вообще никакой помощи от него. Ну, кроме освещения. Кстати, понимаете, они подсвечиваются, видите? Те, которые будут двигаться, они подсвечиваются. Ну, в общем, пытался я каждый раз идти налево, не выходит. Давайте я пробую в другую сторону. Все, вижу. Вижу. Так. Такое чувство, что нам нужно что-то найти, а что пока неизвестно. Так, ну тут дверь, потому что еще одна дверь, но она... Давай быстрее, черт возьми! Так. Блин, нет, не может быть! Фу-у-у. Так, сохраняемся тут. Все-таки мы вышли куда-то, да? Надеюсь, не к тому месту, где мы уже ходили. Потому что иначе это будет отстоем. И все только впустую. Ой.
Похоже, да. Похоже, мы просто вышли. Так, а там мы были, да? Блин. Черт возьми. Ой. Блин, ну вот спасибо, да? А сюда чего? Слушайте, мы нашли очередную... А что у него есть-то тут? О, что-то есть. Батарейка заряд... Давай, бери. День 9. Стивенс дурак, это нуждается. Так, сохранимся нафиг быстрее. Так, ну давай читай. Че, не будешь больше читать, что ли? Ой, нет. Ой-ой-ой-ой. Фак, меня убил. Душара меня убил. Блин, давайте попробуем еще раз, хотя бы возьмем, что ли, я не знаю, до сих пор как батарейки брать, потому что как-то не очень это все обучили этому. А где зажигалка? Я зажигалку выкинул. А, вот все. О, печать. Фак. Ну а как вытащить-то ее, ё-моё? С помощью курсора, ну блин. Опять начинается. Давайте сюда свалим. Фу. Неужели мы куда-то пришли с вами? Не напрасно. Давайте почитаем, пока тут свет. Пока у нас. Все-таки попробуем как-то... Нифига подобного. Ну-ка, подождите, по управлению. Пауза закрыть, применить устройство, клавиатуры, вперед, правая рука, карта, здесь использовать. Да нет, как бы... Блин, как же все-таки поменять батарейку-то, ё-моё. Написано, использовал... Ладно, давайте почитаем. Блин, круто, смотрите, мы нашли печать. Это вообще супер продвижение. Стивенс дурак, это нуждается в нашей помощи. А мы нуждаемся в его помощи. Он считает меня психом, я не могу позволить ему стать кормом для тьмы. Он хочет искать другой путь наружу, хочет вернуться на первый ярус. Нужно сделать так, чтобы он остался здесь. Ложь, все, ложь, я не стану одной из этих штуковин. Наблюдает за мной. Постоянно наблюдает за мной. Я только надеюсь, что Блейк прошел через третий ярус. Мне не стоило пытаться остановить его. Батарейки заканчиваются, но света кристалла достаточно, чтобы отпугнуть тьму. Нужно сделать рывок через третий ярус. Я слышу, как что-то двигается поблизости. Понятно. Золотое пламя. Надо будет запомнить. По-моему, где-то мы видели, да? И все-таки, как же менять батарейки на этом? Черт тебя подери. Блин, а?
Слушайте, не знаю. Ладно, давайте да, разберемся уже в следующей серии. На этом закончим. Сейчас я еще раз сохранюсь на всякий случай. Вот сюда вот. Хотя нет, пятый ярус не будем перезаписывать. Вот так вот. Будем верхний 3 использовать. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.